Поехали уже, да? А, и снова здравствуйте. А у меня объявление. Значит, смотрите, спустя, наверное, полгода после того, как мы начали Леший 2 выпускать, я подумал о том, что нужно стимулировать людей, покупающих изделия с 250-ми стволами. И поэтому вы можете видеть на сайте, цена между изделием с 250-м стволом и с 350-м стволом довольно существенная. Что-то порядка 6 тысяч. Но на самом деле они мне обходятся одинаково совершенно. Ну, вы же понимаете, да, что вот разница между 350-м и 250-м, это разница просто вот на эту трубу. По большому счету это стоит копейки. Такая же история между 350-м и 250-м стволом. По сути, они мне достаются в одну цену. Таким образом, получается, что все это время я фактически стимулировал низкой ценой продажу 250-х стволов. И я сейчас посмотрел статистику, вот, например, за 23-й год, а я считаю этот год довольно эталонным, потому что уже спрос определился, люди понимают, что им нужно, в отличие от начального, например, периода продаж. Так вот, всех изделий с 250-м стволом 8% продано от общего количества. То есть, таким образом, даже вот эти меры стимуляции никаким образом не влияют. Поэтому принял решение убрать вот эту вот демпинговую скидку для стимуляции продажи короткостволов. И мы с 1 октября повышаем цену короткоствола до той цены, которая реально на самом деле должна быть. Будем ли мы дальше их производить или нет, время покажет. Если, например, спроса не будет, ну, значит, они исчезнут из ассортимента. Поэтому до 1 октября у вас есть время, кому надо купить коротыши по той цене, которая есть на сайте, с 1 октября это будет цена выше, близко или равная цене с 350 на столом. Ничего личного, просто бизнес. На этом у меня все. Пока.